И сейчас совсем другая песня. Александр Мирзоян, «Романс о красоте». Она как скрипка на моем плече, и я ее подобен скрипачу. К себе рукою прижимаю, и волосы струятся по плечу, как музыка немая. Она как скрипка на моем плече. Что знает скрипка о высоком пении? Что я о ней, что пламя о свече? И сам Господь, что знает о творенье, ведь высший дар себя не узнает, а красота превыше дарований, она себя являет без стараний, и одарять собой не устает. Она как скрипка на моем плече, и очень сложен смысл ее гармонии, но внятен всем и каждого томит. И для нее никто не посторонний, и отрешась от распри и забот, мы слушаем в минуту просветления то долгое и медленное пенье, и узнаем в нем высшее значение, который себя не узнает. Давида Самойлова. С большим удовольствием приглашаю на сцену наших друзей, двух Дмитриев из Москвы.